Иита Архплюй. Продакшн представляет. Привет, мои любимые зрители. Времена идут, и мода меняется. Теперь будет новая мода собирать на Бладсикера Ю. Почему Ю? Сейчас я вам покажу. А, Во-первых, с помощью Ю мы можем гарантированно а, использовать наш второй скилл. Наш круг. То есть, например,. Если просто мы используем наш круг, враг просто из него уходит. Все очень просто, правильно? Благодаря еулу мы можем сделать вот так. И враг гарантированно попадает в круг. Ему наносится урон и сало вешается. Это первый плюс. Первый весомый плюс. А второй плюс в том, да, допустим, такая ситуация. Мы кидаем ультимейт. Любой опытный, что он сделает? Он не будет там бегать, подыхать от ульты. Он начнет делать телепортацию. А тут уже мы прибегаем, используем Елу и сбиваем телепорт. Поэтому собирайте Бладсикеру Елу. Во-первых, чтобы гарантированно кастовать нашу вторую способность. И чтобы враг не мог уходить на ТП. Тем более, когда мы кидаем на него наш ультимейт. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.